Це Таня. Конечно, мы надеемся на то, что люди здесь обретут свой покой, уют, гармонию. И учитывая то, что у них невысокие доходы, пенсия в среднем где-то 200 рублей, но этого им будет достаточно для того, чтобы обеспечить свой быт. У них в основном расходы будут идти на питание, коммунальные услуги, это свет, канализация, топливо, социальные услуги, обслуживание социального работника.